спина широка. Представь, в кої віки самого полковника прийдеться оце приводить. Довго він йшов до нас. Оце ж бачите, на ньому черкеска, ну не черкеска, да. А форма припилилась. Мать надо пилюку стряхнути. Так чи так? Чи не так? Льова. Стряхуй мій. А підождіть, я ж тільки піля спив. А тепер ж він ж довго йшов, спина в його задубіла, і то місце, на чому він сидить. Надо що зробити? Запустить кров, щоб вона загуляла. Правильно? Ну і приводи мені, щоб вона загуляла. Ну а тепер, щоб батька ніколи не приписував козакам лишнього за нерадіє. Перший удар в плеті атаман должен испытать на себе. Братья казаки, ну и по казачьим обычаям мы приводим его к присяге. Наклоняй голову. Да выше из нас. Да будет слугою нам. Подводите, батюшка. Клянусь честью казака, перед всемогущим Богом, Троице прославляемой, Его святым Евангелием и жертворящим Христом, быть неизменно преданным российскому государству и достойным наследником казачьей славы, торжественно обещаю перед избравшими меня казаками служить подолгу с полным напряжением сил, имея в помыслах сохранение духовных и культурных традиций кубанского казачества, укрепление единства казачьего общества, обеспечение крепости, достоинства, благосостояния каждой казачьей семьи. Удостоверение моей клятвы осеняю себя крестом знаменным, целую святое Евангелие и честный крест спасителя моего. Аминь. Я ваш батька, вы мои дети. Люба! Люба! Господа среди, прошу присаживаться. Отрежь поцелование Ивана.